14 октября этого года исполнится 200 лет со дня представления святого праведного воина Федора Ушакова. Памятные юбилейные мероприятия уже начались и продлятся в течение всего года. Подробности в сюжете наших коллег из Саранска. В Саранске состоялось торжественное открытие года, посвященного 200-летию представления нашего легендарного земляка, святого праведного воина Федора Ушакова. Значимость мероприятия подтверждается особым вниманием к этому событию духовенства и властей республики. Легендарный флотоводец и святой вошел в историю как символ мужества, образец праведности, истинного благочестия, подлинного патриотизма. Адмирал был православным, глубоко верующим человеком. Его горячие молитвы и военная мудрость помогали всегда в жарких сражениях. За это время ни одного поражения. Митрополит Саранский Мордовский Зиновий назвал такое чудо знаком особого Божьего благословения. Орден Ушакова – один из самых почетных знаков воинского отличия моряков. Его обладателями стали всего около 200 человек. Среди них офицеры английского и американского флотов. Сегодня святой праведный воин Федор по-прежнему остается нашим защитником, но уже духовным, предстоя перед престолом Божьим с молитвой за наше Отечество, за всех нас, стремящихся подражать этому великому святому в вере, любви и жизни во Христе. На открытии года состоялась премьера показа фильма телеканала «Звезда» «Ушаков. Адмирал милостью Божией».